Здравствуйте! Сегодня Играет расскажет вам о настольной игре «Котел Изабеллы». Сколько всякой всячины намешано в котле этой маленькой ведьмы, просто ужас! Эта игра и предлагает вам разобраться с ингредиентами этого колдовского зелья. Продается игра в небольшой квадратной коробочке, непременно фиолетового ведьминского цвета, полной той самой всякой всячины. Жетоны всячины перемешиваются отдельно. 10 из них, не глядя, уходят в коробку, а остальные остаются на столе, рядом с полем. Весь процесс игры будет состоять в постоянном добавлении новых ингредиентов, а вам придется их запоминать. В свой ход игрок открывает один новый жетон всячины, показывает его всем и бросает в котел. Затем он кидает пару кубиков, и все смотрят на выпавший результат. Если кто-то припоминает, что такая комбинация цвета и существа в котле уже есть, он срочно кричит «Абракадабра!». Все жетоны в котле тогда переворачиваются, и если игрок был прав, он получает одну ведьмину шляпу. Если же он ошибся, шляпу придется вернуть обратно, если, конечно, она у него есть. Затем ход переходит к следующему игроку, и все повторяется снова. Так и будет продолжаться игра, ровно до тех пор, пока не закончится всякая всячина. А победит в ней тот, кто заполучит наибольшее количество шляп. «Котел Изабеллы» — это простая детская игра на память, которая предложит всем участникам почувствовать себя самыми настоящими маленькими ведьмочками и приобщиться к таинственному процессу зельеварения.